Шутка сейчас вся пришла на эмоциях, встревожена, что-то хочет рассказать. Получается, все нормально было. У нас был последний урок дальтонский. Ну? Получается, сидим, мы пишем, забегает тетя, говорит, срочная эвакуация, мы все выбегаем из школы, там на улицу, там где перемены, короче, ну. Вся школа, все классы там на улице стоят. И Ваня тоже, да? Ваня тоже там стоял, мой брат. И получается, все потом мы ставимся парами, все разговариваем. Потом все начинают хлопать, мы такие делаем вдохи. Это была пробная эвакуация. О, Господи! Потому что каждый год такая пробная эвакуация. И получается... Пробная эвакуация. Испугались, да? Да, я так испугалась, я уже хотела рюкзак брать, бегти домой. Получается, мы вышли на улицу. Я так испугалась, да мне сердце сейчас колотится. И получается вот это такая история. Ой, Маша, ты мне по телефону испугала, говоришь, мама испугается. Ну, слава богу, все хорошо, мы вам объяснили, куда бежать, куда выбегать. Такие учения, так сказать, да? И это на золотую медаль. И если, например, будет по-реальному какая-то срочная эвакуация, чтобы мы были готовы, чтобы выбегать. Какая золотая медаль? Ну, на золотую медаль эвакуация. Пробная. Какую золотую медаль? Ну, на золотую медаль дают... Только не сегодня, а когда дадут серебряную, золотую или коричневую медаль, типа, как кто сдал этот экзамен. А, поняла, поняла. Еще когда я ехала в школу, то получается, мне на 8 школу, я ехала в школу на велике. Я вижу, какой-то 4 каких-то собаки бежит, вижу, а там... 4 кабана. Один взрослый, мамочка, и 4 маленьких. Я такая еду, вот так я... Так 4 чи 5? 5. Одна мама, 4 этих. 4 маленьких? Да. Ну, честно, вот я еду, и вот так вот бежит мне навстречу. Вот тут были кусты, я в них заехала, чтобы я же их не сбила, или они не так сбили. Ты их издалека, доченька, увидела? Нет, уже сблизи. То, что там далеко не было их видно, там было это... Это там, где за аптекой, там, где угол? Нет, там возле Кандульски. Ага. И получается, я еду, там кабаны бежут. И получается, потом я свернула вправо, они там по траве побежали куда-то и к нашему дому побежали. Обалдеть. Ну, ты расскажи зрителям, может быть, не знают, что у нас в Познании кабаны бегают, так как да, в Украине нас, собаки и коты. У нас в Познании кабаны бегают, как собаки и коты. И помню, в прошлом или позапрошлом году мы смотрим в окно с мамой, а там кабан лазит по мусорке. И мы ему кинули, не помню, или яблочко, или... Бабушка, помнишь, тоже? Да, под... и тогда бабушка с нами была. И сегодня я ехала в школу, и там были кабаны. Еще помню, когда тоже был какой-то случай, мы с Ваней гуляли там возле площадки, там у нас есть возле дома площадка. И там тоже были кабаны. Ваня, тут же лес у нас получается, да. 5 минут от нас лес. И там такой лес лиственный. Тут, много... кстати, 2 леса. Там возле Нетта есть, угу. Того старого. И вот тут. Ну, вот уже не бегают из леса в лес, получается, мимо этого района да. Бегают. Ну, ты ж помнишь, как учили в школе? Да, мы с папой рассказывали, что не бояться, резких движений не делать, остановиться. Да, я потихоньку остановилась, и дальше они побегли. Молодец, умничка, молодец. Они... 2 страшных сегодня этих было. Ну, слава богу, все закончилось благополучно. Да. Молодец, Машенька. Как отучилась в школе? Хорошо. На 6 сегодня сдала по математике. Вот умничка. А что было, контрольная или картовка? Нет. Что-то там надо было сделать какие-то... И не контрольная, и не картовка. Там распечатала по умножению и делению. Ага. И мы писали. И она мне поставила 6 с минусом. Молодец. Ну, 6 это все равно. Браво. Молодец. Умничка. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Да, обязательно подписывайтесь. Вот такую машину сегодня был удивительный день. Да. А тебя дождик застал? Нет, так немножко моросил, но не был такой сильный. Не сильно, да. Ну все, слава богу, что все хорошо, а то ты меня уже испугала. Угу. Всем пока. Пока. Короче, когда мы сидели на уроке биологии, то мы...
получается такое, слышу, дрр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 рrr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 r
ты что, прям дымом? Да, прям дымом, как будто бы что-то пожар. Угу. Я же реально начал думать, что все, школа горит. А какой был урок? Биология. Ну. То я быстренько взял рюкзачок, а учительница положи твой рюкзак, сказала, нет! Типа, что я буду рюкзак из себя ротовать. Она сказала, хорошо. И, типа, потом я положил твой рюкзак. Потому что боялся, что я, если буду убегать, не успею убежать из школы. И что она бумч. А получается, вышли мы на эвакуацию, все кричат, боятся. А еще когда шли мы по коридору, то сделали задымение. Прям вам прям спецэффекты сделали. Да, задымение сделали. Мы начали вот так вот делать. Вот так вот и вот так вот и шли. Потому что ниже к полу. А это вам учитель инструктаж говорил? Да, он быстро все рассказал. И мы реально думали, что никто не знал. Только знал директор. Ну да. Учителя тоже не знали? Учителя тоже не знали, только директор. Мы все в панике, все кричат. Все, некоторые вообще плакали. Да? Да. У тебя тоже, Маш, плакали? Да, у меня тоже плакали. Вот так вот. Мы ж вот так вот шли, вот так вот. Угу. И потом вышли, и типа и там на школе типа сделали проектор, что горит. И потом, как сказали? И потом же это все выключили, и мы такие, в смысле? Это была игра? А потом приходит директор и говорит, это была проба. Учение, да? Проба учения. И пан Павел говорит, что ж вы так пугаете? И пан Павел не знал? Да, никто не знал. Потом как это все дело закончилось? Ну и закончилось так, что мы пошли обратно на урок. Ну что-то же, наверное, директор сказал, рассказал. Директор сказал, не бойтесь, это все была проба. Учение. Дым, они специально из вентиляции пустили дым. Понятно. Ты знаешь, Вань, мы тоже, когда в школе учились, у нас были такие, называлась гражданская оборона. Тоже по школе включали сигнал. Ну, каких дыма, конечно, не было. У нас выводили через специальный другой выход, вход, и тоже было построение в школе. То есть у нас в школе в детстве тоже такое было, называлось гражданская оборона. Такая сирена, звонка, такая без остановки. И все выбегали из класса, и тоже было построение. А никто не боялся? Ну, как-то все понимали, что это учение, поэтому просто быстро-быстро уходили. А у нас такое реалистично сделали. Да? Да. Вы испугались? Я же такой, все, такой, перекрестился, и все, мама. Что с мамой? Я думала, что все, сейчас взорвется школа, и мне хана. О, Господи, слава Богу, все благополучно. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И ты нам еще какие-нибудь потом истории расскажешь. Да, конечно. Пока-пока.